Прошу. Я являюсь, если кто не знает, председателем казачьего суда Забайкальского края. Андреевич Игорь Васильевич. Исаул. Вот. Дело такого рода. По ходу тут небольших событий в этом месяце одна женщина в поселке Какуй, она проживала в поселке Мыгра, у нее свой собственный дом. Потом была прописана дочерью в Какуе. Алексеева, она казачка, потомственная. Вот. Татьяна, по батюшке как, Сергей? Васильевна. Васильевна. 32-го года рождения. Вот. Приходит ко мне и говорит, так и так, меня не прописывают в твоем собственном доме. Мы с атаманом Тикичевским, вот, Алексеевым Сергеем Александровичем, поехали в наш районный центр, город Сретенск, разобраться со всей этой ситуацией. Оказывается, что наш Забайкальский край, не только наш край, а по всей России, все сельскохозяйственные поселения зачищены. По какой причине? Зачищены для, как сказать, заселения, ну, иностранными гражданами, возможно. Мы можем это предполагать. Потому что такая аховая ситуация просто так сложиться не могла. Это не просто какое-то там передергивание или недомыслие. Оказывается, что сейчас, до Нового года, если ни у кого нет паспортов на дома, а все, что когда нас расказачивали и раскулачивали, все вошло в совхозы и колхозы. Все это брали. Вот. И документы, которые были на тот момент, до 1937-25 года, были уничтожены на владение этими домами, которые были построены в 865-872 году, по решению еще Забайкальском казачьем войске, когда затягивалось это войско, строились поселки все, и все эти дома не имеют паспортов. Там новодел даже не имеет, но это старинные казачьи дома, у которых всего лишь, как сейчас, годность у них выше, чем у новодела, 53% годности у этих домов. Но у них нет документов. И сейчас эти люди вырастают, девочка, мальчик, 14 лет, идет получать паспорт, он паспорт получил, ты его дома у себя прописать не можешь. Потому что у тебя нет тех паспорта, у тебя нет земли, и это вся земля, ты владеешь ей незаконно, ты бомж. И в этом положении находится половина населения страны, которая живет не в городах. Да какой там ордер? Откуда ордер? Это еще от царя батюшки построен дом, это казачий дом, поставлен он был, и он был реквизирован в 1937 году. Просто реквизирован, по расказачиванию, по раскулачиванию. Его не вернули, нет документов на постсоветах, на муниципальных образованиях, нет на них документов, они списаны со всех балансов, выходят. Да. Представь. Люди оказались в положении бомжей. О чем это говорит? Это говорит, если мы можем сделать выводы, и народ мы все не безграмотный, да? О том, что нашу территорию просто зачистили. Если с Нового года продадут вот эти земли, к нам придут ребята с соседнего Китая и скажут, ребята, вы из Русской автономной области, хорошо, если вас в Манчжурию, а так за бан. В лучшем случае за бан. Двигайтесь отсюда. На Колыму, да, там много. Там все-таки попрохладнее. Оформление собственности. Конкретно. Да, а оформление собственности сейчас стоит, чтобы вот по адвокатам, по всему пройти, 25-30 тысяч, брат мой. Где это пенсионер, это поднимет? С 2000 пенсии в колхозе. Казачество для того, что еще помогать? Вот казачество и существует, поэтому мы поднимаем этот вопрос, и я прошу. Вот это все, что вот я сказал, да? Сказал господин полковник Савкин по этому вопросу. Выставить все в интернет и послушать на это все ответы от нашего родного президента и председателя правительства. И пусть от губернатора. Это их картами будет играть кругленным. Да какая разница? Нужно оплачивать и оформлять, пока есть возможность. А что оплачивать? Ты мне бросил. Меня когда? Реабилитировали?
90-м году, правильно? Мы снова восстановили Забайкальское казачье войско. Ребята, будьте там добры, верните все. Верните все. Это мое добро. Оно было зарегистрировано, оно осталось не по наследству. Не надо оплачивать. Багданова-то 10 лет не можем свернуть, а вы хотите... Не надо. Нам его сворачивать не надо, но обозначить это все надо. Так, выступление отдельно, господа казаки. Потом, вы возьмете. Вам слово будет. На местах давайте помолчим. Не хотят они. Берите слово. Вопрос у кого есть, у меня все. Предложение. Я и говорю, выставить вот это все в интернет, да. К президенту и к председателю правительства Путину и товарищу Медведеву. Пусть ребята что-то нам объяснят, если мы такие непонятливые и мы не понимаем, что нас зачистили. Президент опять молчал.